Голубой, синий, красный, коричневый, розовый, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый, бежевый. Что это мои помощники такие невеселые? Скучно. Значит, я вовремя пришла. Крокодилу нужно посчитать кувшинки. Уже в пути! Интересно, а как мы поможем крокодилу считать кувшинки? Может, он цифр не знает? Зеленый, изумрудный, коричневый, желтый, фиолетовый, сиреневый, розовый, бежевый. Это неплохо, это хорошо. Значит так, мне нужно до соседнего пруда и обратно. Только машина должна быть как для знаменитостей. Я ведь царь зверей. Разве царь зверей не лев? На воде царь зверей я. Хорошо, хорошо, мы все сделаем. Ребята, пришло время трансформации. В какую машину мне превратиться, чтобы довести крокодила до соседнего пруда? Бур, мусоровоз или лимузин? Лимузин! Голубой, красный, коричневый, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, изумрудный, бежевый. Это и неплохо, это хорошо. Ой, нам, наверное, нужен следующий пруд. Нет, мы приехали. Но мы же проехали всего 2 шага. Можно было пешком пройти. Такие звери, как я, пешком не ходят. Все, не отвлекайте меня. Поехали, пока этот важный зверь занят. Может быть, ему еще наша помощь понадобится. Я почти закончил. Сейчас поедем обратно. Лентяй. Ой-ой-ой, что это с моей спиной? Может, вашей спине нужна прогулка? А ну, лети отсюда, советчик. Подъедь поближе, я сяду. Малыш, тебе понравилось? Здорово! Тогда нажимай на картинку на экране и смотри дальше.